Приветствую вас, друзья! С вами Лисперс, Антон и Демоны. Продолжаем проходить Героев Шестых за Альянс. Демоны, как я уже сказал, наступают со всех сторон, засранцы. Куча героев с магией. Я бы, может быть, даже и... так сказать, отдал бы их на растерзание, да, нашим Килсбурну и Розалии. Но, наверное, нет, я как бы за это дело переживаю и... скорее всего, они будут довольно сильно их пробивать. Сейчас мы вот здесь вот захватим и по возможности... так, два хода, это чтобы вернуться назад. Эх, я даже не знаю, серьезно, что из этого бы организовать. А подземелье здесь очень красивое, оно мне прям нравится. То есть, ну, такие какие-то архитектурные изыски. Здесь их довольно много, и все это красиво оформлено. И вообще неплохо сделано, да? Жаровни горят тут, такое, короче, атмосфера... атмосфера зашкаливает. Единственное, я сейчас тоже форт потеряю. Я вот думаю, как поступить. Побыстрее. Как это можно будет сделать? То ли с Розалией пробежать, то ли захватить и назад вернуться, потом телепортнуться, вшатать врагов, потом снова сюда телепортнуться и побежать дальше. Ладно. Короче, давай сначала ждем, смотрим. Ждем, смотрим, думаем. Опять демоны-поклонники здесь появились. Эти, понятное дело, выходят наверх, захватывают мой форт. Куда потом дальше пойдут, хрен его знает. Здесь опять этот... мудайн появился. Опять этот Тайнан. Господи, Иисусе, как ты меня задолбал. Как ты меня задолбал. Просто пипец. Сейчас опять магия опять куда-нибудь пролетит и больно-больно. Ой. Такое себе удовольствие вот это. Каждый раз одно и то же. Главное, чтобы он куда-то вот сюда вот сейчас запулил. Грифоны и эти, да? Ага. Хорошо. Ладно, с грифонов начнем. В таком случае, я думаю, Текс конница. Конец куда-нибудь сюда продвинется, чтобы иметь возможность охреначить их здесь. Так, у вас должно сняться. А, нет. Куда оно ж снимется-то, да? Здесь одного, здесь троих. Хорошо, давай серафим себя. Грифонов воскрешать дамочки. Но мы, знаешь, сначала что сделаем? Я обожду какое-то время, пускай вся вражеская армия походит. Мне это как бы надо. Для того, чтобы знать, куда куда лететь. Так, тут у нас безумцы. Нет, давай вот прародительницам по этим вжахаем. Давай, офигели шавки. Пытаться еще критовать. Самое главное, не дать вражескому герою еще разочек, грубо говоря, сходить. Вот, ну, грифончики, да. Вас мне как бы надо. И как мы пролетим? А пролетим мы на бреющем полете как-то... ну, наверное, вот так вот. Мне три отряда здесь забрать. Сияни добьют шавок. Все остальное тоже здесь помрет. Да, второй раз он уже ходить не будет. Вот, видишь, в чем прикол? Я бы, может быть, и дал бы как бы шанс... своим ребяткам, так скажем, может быть, походить или еще что-нибудь типа того. Так, это сюда. Ну, чтобы воскресить. Здесь как бы нормально, кстати, воскресило. Может быть, я и дал бы своим ребяткам шанс как-то защитить Розалии, да, Килсбурну. Или, может быть, кого-то мы третьего наняли бы. Героя. Ну, четвертого имеется в виду, третьего из запасных. А вот. Может быть... так, давай сюда. Тоже атаковать. Но так как они не смогли бы вот так же, вот как я сейчас, буквально за один раз всех вшатать, скорее всего, так бы и было. Значит, у нас были бы потери. Потери были бы довольно большие. Так, что мы здесь? Скорее всего, чтобы прям не заморачиваться...
Давай я Феникса вот сюда призову и раскидаем их по стандартнейшей тактике, которую я уже применяю не первый раз. Все это отработано до мелочей. Ну и, как я сказал, мне уже здесь Фениксы очень сильно помогли в развитии. Потому что эта компания, ну, практически на плечах. Да, практически на плечах этих Фениксов. На плечах, на крылышках. Крылышки KFC, ё-моё. Все это мы вытащили именно благодаря ним. А вот. Так, ну и здесь как-то нужно... Блин. Эти и так помрут. Кого мы можем убить? Убить мы не можем никого. Ладно, короче, стреляй. Стреляй и не заморачивайся. Один фиг, они все умрут. Хорош. Такс. Здесь вот я, наверное, даже вот так вот сделаю. Насмерть вылечили, обалдеть. Ну, правильно, 216. 216 наших послушниц, это уже прям хорошо. Это очень много, и тут вообще сомневаться не приходится, что они и хилять много существ могут за раз. И, собственно говоря, в нашем случае еще и убивать их своим хилом. Настолько он жесткий. Он получает одну очко репутации слезы. Обалдеть. Мы еще там немножко что-то как-то умудряемся подфармливать. Периодически, да? Это так вот добью. Хотя можно было и... Не суть. Самое обидное, грифонов я теряю. То есть в каждой битве у нас там по 5, по 7 грифонов отлетает, да? То есть какую-то конницу или, ну, ладно, стрелки тоже как бы отлетали. То есть некоторых ребят я могу воскрешать и совершенно простенько с этим делом всем получается. Давай, миссия с грифонами фигачить. Что уж стесняться-то, да? Можно было хильнуть, и они бы умерли. Ну ладно, чуть-чуть дольше времени займет. Можно даже приблизить, посмотреть, что и как происходит. Они тут, видишь, сражаются 6 мочи друг с другом. Кстати, практически сдохли сами по себе. Но. Окей, да, давай вот так. Более зрелищно было. Просто заюзали обилку и спалили их нафиг. Это мы перестроим. Нам нужно сейчас в срочном порядке бежать сюда. Просто пипец как срочно. Просто пипец как бежать. Розалия тем временем, наверное, займется у нас перестройкой вот этих объектов, да? Это один Серафим, там еще ништяки. Ты будешь сидеть или ты будешь борзеть, я вот думаю. Что из этого она выберет? Ну, как-то так. Можно что сделать? Можно немножко ресурсов продать, но без... Да, в принципе, знаешь, так цены хорошие получаются. Сколько там, 200 на 9000 целых. Но нам вот так вот нужно и обменять штучек. Не, подожди. Не буду. Хотел бы я обменять, хотел бы и так сделать, но ты знаешь, в чем причина и засада сей ситуевины? То, что я перестроить не смогу здание. А не тупо занял форт вражеский герой и сидит там, понимаешь? Занял и сидит. Никуда двигаться не хочет. Тут как бы вот требуется. Окей. Один Серафим в неделю. Дополнительный... Обалдеть. Это как замок, да? Нет, не как замок. В замке, конечно, больше. Подожди, а это что такое? Тьма, орда. Орда, тьма, орда. Подожди, а сколько у нас опыта? Ага. Слушай, а знаешь...
как бы помимо всего прочего, я просто задолбался, если честно, за демонами. Нафиг я нажал их преследовать. Я нажал их, но я нечаянно. Я типа, короче, нечаянно. А вот. Не, ну мы их и так, конечно, победим, но... Опыта больше дадут. Ладно, нашел отмазку. Окей. Тупо дадут больше опыта. Подождем. Сейчас они сделают свой ход, и мы уже как бы... Сначала вот этот отряд добьем. Так, чтобы только насмерть, ладно? Да блин. Хорошо. Хорошо. Что-то опять пошло не так. Ну, грифоны, само собой, пролетают здесь. Два отряда выгоднее цеплять, нежели один. Следующий интересный маневр. Какой мы можем сделать? Мы можем добить. Получить еще один ход. Ну, давай на Серафимов. Ну и, скажем, каких-то вот этих вот волков немножко порезать. Довольно плотные твари при всем при том. Вот этот вот отряд. Два раза кусает, это больно. Еще. Им было мало, я прям по глазам вижу, что этого как бы не хватило. И грифон. Супер. 180. Ой, ёпта. Какие же жесткие они, когда критом пролетают. А мы практически все сделали так, для того, чтобы именно критом пролетало оно. Так, бам-бам-бам. Потом вот эти 157 волков. Давай 157 волков сначала. Мы их просто похороним. Отлично. И потом уже займемся вот этим отрядом. Ну, опыта больше дадут. Да, это действительно так. Это я не придумал. Потому что, когда враги убегают, там, конечно, какой-то штраф по опыту мы получаем. Конечно, опыт получаем, но не в том количестве и не в том объеме, который мог бы быть. Поэтому будем считать, что это такая прокачка. О, уровень еще один хочу. Я хочу наносить вот этим существам, которые 2 клеточки, чуть-чуть не хватило. Которые занимают 2 клеточки на 10% больше дамага. Но это тоже хорошо. Так, вот это я соберу. Я, конечно, лишние ходы трачу, но... Мне бы все равно не хватило. Такс. И, пожалуй, пока что все. Ага. Малик откуда-то взялся. Антон успевает, по идее успевает вот сюда забежать, телепортнуться в город и накернить этого Малика. Мы успеваем. 13 Серафим. Давай еще 2 Серафима доберу. Пускай у нас его дюжина. Антон, прекрати. Почему по 2 раза приходится вот это вот одни и те же действия? Ну, просто, ага. Ты серьезно? Не хочу выходить из замка, потому что сейчас тут такое начнется. Так. Ага, вот так. Так, было бы... Подожди. Отлично. Так, так, и... Стрелки. Зашибись. Ну, полный комплект. Армия продолжает пополняться. Тут у нас как раз алтарь неба. Кстати, посмотрите, как он там под землей выглядит. Под землей, наверное, еще круче выглядит. Ну да, это прям такое хорошее строение получилось, да? Так, Розалия, ты давай вот сюда. Сейчас Антон как сделает? Сначала, конечно же, мы завалим Малика. Потом мы пробежимся налево и завалим, кто у нас там засел-то. Баба там какая-то была, Дейлеп, да, вот ее.
перестраиваем это, опускаемся под землю и идем вот в эту сторону. Короче, целиком и полностью чистим подземелье. Правда, мы вот здесь вот центральный, так скажем, откроем. Но вроде здесь никого нет, видите, флаги нейтральные, и земля никак ничем не выделяется. Соответственно, я могу предположить, что там довольно безопасно находиться. Ну, в смысле, оттуда никто... Такой, воу-воу-воу, я чё, типа, я ничего? Но нет, на самом деле поздно, сейчас мы вас вшатаем. Так, Джедит, 30 уровень. Ну, они здесь все уж, короче, топовые. Интересно, я успею помочь своим корешам-то вот этим, которые здесь стоят? 25 уровень, и армии не так чтобы много. Я надеюсь, они их не завалят, потому что вот эта вот армия довольно сильна. Мы, конечно, их растаскиваем направо и налево, эти армии, да? Но в том плане, что здесь разбили, тут разбили. Немножко, ладно, чуть-чуть дальше будем ходить. Не намного, но все же. Вот, разбиваем их основной костяк, то есть они армии делят. Я ее не делю, она у меня сплошняком, так скажем, идет здесь. Так, сначала троянского коня снаряжаем. Отправляем его в путь. Подожди, а кого мы будем бить? Давай топовых существ. И хорошо даже. Угу. По птицам, да? Ты же по птицам, как обычно. Ну да. Ладно, тут есть уже кому хилять. Тут у нас уже как бы и серафимы подъехали. Поэтому вообще никаких проблем в том, чтобы сейчас все это поднять, я не вижу. Очередная жертва наметилась. Давай прям, Серафим, я подвоскрешаю все это дело. Отлично. Так, в оборону. Ну и... вот так. А стрелки у нас, наверное, тогда уже вшатнут кого? Церберов? Кого же еще? Кто тут в одиночку стоит? Они даже походить, бедные, не успели. Сейчас был бы уже стрелков, представляешь, 120. 120 это уже круто. Портал еще, блин, поворачивается, представляешь? Взял ко мне, типа лицом повернулся. Оказывается, здесь еще есть градация, где у него там лицо находится. Да хватит. Началось, а то вот это вот все. Так, ну, добивай. Все, мы его осветили. Ну и уродина, ну. Ну и уродина. Куда ты пошла? Не, ну это, конечно, не сильно поможет, хотя... Давай вот так. Блин, я думал, добьет. Ничего себе стойкие парни. Не, ну, так-то ладно. Мы их, конечно, и так добивали. Но с героем это будет красивее, да? Опачки, все. Он. Физической защиты у него тоже хватает. Мы его даже не всегда пробивать нормально можем. Мне бы вот здесь, знаете, не помешал бы какой-нибудь плащ с защитой от огня. Вот это вот точно бы не помешало. Здоровье можно, конечно, повышать. Какой у нас уровень? Антон 28, то есть еще получается 2 уровня, да? 30 это точно предел. То есть, ну ладно, здесь мы как бы... Давай. На 10%. Будем мощнее долбить их. Из этого всего мне ничего как бы не интересно. По факту здесь вот если только какое-нибудь укрытие или... Ну, это тоже как бы не очень. А если честно-то... Разведка. Разведка для более точного определения количества вражеских этих чуваков. Что ли? Или, может быть, какую-нибудь физическую силу еще чуть-чуть взять. Не, вот знаете, вот возьмем нахождение пути Антоши. Чтобы он прям вообще бегал как метеор.
штуку посетить. И нет, да, конюшни. Конюшни на целую неделю будет экономить. Целая куча времени. Так, Розалия, твое дело чекнуть. Зашибись, чекнули. Просто охренеть, как чекнули. И она уже отсюда никуда не денется, да? Винделла. Угу. Да. А походу... Или они не нападают? Это все-таки заскриптованные чуваки, я не пойму. Подкрепление мое, оно заскриптованное или оно не заскриптованное? Так, легион ненависть. Ну, здесь понятно, что сейчас мой герой умрет. Да, добежала, падаль. Я даже убежать не успею. Тупо потому, что не успею. Розалию-то я воскрешу и верну. Только ты, уродина, мне за это, конечно, ответишь. Угу. Тон, давай, хорош. Пойду я снизу сначала вынесу шлепков, потому что реально меня это уже напрягает. Меня это уже реально напрягает. Всех. Ну, кроме. Есть у меня тут такая особая каста, особая категория, да? Текс, и... Погодь, я что хотел-то? Я же хотел вот так. Что у нас Антон прям вообще божил. Чем быстрее и эффективнее он будет уничтожить врагов, тем же для меня проще. Так. Хорошо. Так, Килсборн, ты у нас... Ты понял, да, уже, чем тебе заняться? Пойдем выкашивать вражину. Засело, конечно, засело. Это плохо, потому что здесь еще крепостные стены будут и... Но она тупо будет из-за стены поливать меня заклинаниями. А она это делать будет, поверьте мне. Так, ну как-то так, и давай. Что там будет? Цепная? Нет, метеор. Метеор, причем довольно жесткий. Мраз. Просто мраз. Ну да, вот так вот полетел. Конница пока ждет. Эти сразу могут начать выхиливать кого-нибудь. Подожди, давай висталок, что ли, или что, или имперских арбалетчиков. Или попозже надо было ли их прохилять? Наверное, попозже. Ну, потому что сейчас они еще от огня будут гореть, и какое-то количество, конечно, мы ребяток потеряем. Да. Наше дело просто их всех сейчас расхреначить. Два. Здесь птицы сносят вот этот вот отряд. И это единственная сейчас проблема, которую я вижу. Так, 5 существ. Ну нет, я лучше, знаешь, 30-ник гвардейцев. Тут как бы... 30-ник гвардейцев для меня как приоритетнее, нежели 5 стрелков. Все-таки гвардейцы. Пригодятся в хозяйстве. Пытаюсь немножко... Дробить свои войска. Хотя, может быть, вот это как бы и особо не понадобится сейчас. Сейчас посмотрим. Как пойдет? Ну, пойдет он нормально. У меня еще один, конечно, прохил есть, но тут такое дело, что сначала погорят
вот эти ребята, потом погорят лучники, потом погорят гвардейцы, потом только одному кого-нибудь хильнем. То есть потери будут несопоставимы. Уроды. Нужно какую-то защиту все-таки иметь. Ну, что у нас потери? Вот это вот. То есть вот сюда можно не смотреть, это сейчас все выкупается. Так. И потом... Пешком, наверное, да? Потом, наверное, пешочком. Нужно быстрее это делать. Эй, блин, бабла нет. Сейчас будет. Потому что такое количество мне уж точно, наверное, не нужно. Давай хотя бы половиночку, половиночку того, половиночку этого так вот скинем и зашибись. Вообще можно было поменять на кристаллы. И это было бы, наверное, поинтереснее. Но сейчас как-то не до этого. Смотри. Дело времени, когда вот эти вот уроды вот через этот мост, где он, вот, через этот мост, потому что тут всего лишь много, пробьются еще и отсюда, с этой стороны. Это будет, получается, снизу, слева и из-под земли. Ну и из портала, давай не забывать про этот дебильный ход, который меня тоже напрягает. Нужно кого-то одного сейчас. Вот этих демонопоклонников мы определенно вынесем. Фиксим. Но, скорее всего, это заскриптованные ребята, и они уже нам не помеха. А вот этого я сейчас прессану. То есть вход будет именно что? Вот отсюда. То есть мы вот так проходим. Мы вот сюда вот так вот заворачиваем. И просто рвем жопу на британский флаг всех тех, кого мы здесь увидим. Что это? Манускрипт пророка. Группа полчища. Ну, это прокачка. Это прокачка. Вы же любите всякие батлы. У нас батлы с демонами. Причем постоянные у нас вообще. Я уже не помню. Нет, с волками. Последний раз мы смахивались более-менее в интересном каком-то бою. Именно что с волками. Эх, так. Давай, сияние. Самое главное, не забыть прожать обилку, а то улетят и... Ищи потом их освещи. А по всем, да? Собака, это же улучшенная, я забыл. Что у них такая дебильная обилка есть. Поскакали. Вай, выкашивать их. Подожди, ответки-то не будет. А эти уже походили, да? Да, эти уже походили. Нет, лучше на хил оставлю. Оставлю лучше на хил. Угу. Да чтоб ты. Паскуда. 6, 12, 7, 2. Прибережем. Прибережем. Птиц. Вот здесь. Здесь надо зачистить. Если там... Ну, я, блин, они здесь еще не остались. Чтоб тебя знал бы, не стрелял бы туда. Да ё-моё, нифига вы раздаете. Кого хиляем? Давай гвардейцев. Потом... Нет, потом имеет смысл кого-нибудь другого. Так, 6 этих я воскрешу. Этих тут пятеро. Так, ну что, давай имперских. Тогда арбалетчиков. А... Грифоны должны их, наверное, завалить. Ну или большую часть. Вообще как-то давай вперед выдвинемся. Да, большую часть. Не всех. Увы, не всех. Отлично, хороший скилл. Ну а-ка. Что вам, это сильно не понравилось, я вот как погляжу. Вот этих сразу добьем. Или вот этих? Давай вот этих. Они как бы типа раньше ходят. А тут еще и моим
Всадники света. Сделаю доброе дело. Отлично. Подожди, а когда демонессы? Ну, мы можем просто встать рядом и... Как бы вообще ничего не останется. Так, давай поднимай. Отлично, в оборону. Этот ждет. Этот в оборону. Этот кого прохиливать будет? Так, 6 висталок, либо же... Давай, наверное, 5 всадников солнца. А висталок там купим. Угу. В замке. Куда? Серьезно? Странный выбор. А как так? Ни хрена себе. Тут ответка была жесткая. Я сам себя только что чуть не убил. Вот это было бы сейчас забавно, кстати. Нам тупо ждать. Сейчас... А, все, сработало, да? Хорошо. Это другое дело. Нет, подходить даже к этим тварям не буду. Упоение болью. Это занятно. У них там скиллуха, когда ты сам себя вшатываешь, причем довольно круто. Ладно, тут бабосики, да еще и реликвия. Склонность к магии требуется. Магическая защита, маны, восстановление маны. Хороший набор, только как раз для Розалии, наверное, было бы. Нам Розалию нужно... Да, смотри, замок твой где-то вот здесь. Сейчас мы их быстренько шатнем. Никуда они от нас не денутся. Сначала с нижними разберемся, потом уже... Да, смотри, они, видишь, здесь кругом все чистить начинают. И да, вот, скорее всего, сейчас пойдут уже в сторону через мост к нам. Демонопоклонники сейчас сдохнут. В агонии, просто в муках. Я их буду прям убивать, убивать. Прям так, чтобы конкретно убивать. А вот и замок. А вот и он, родимый. Кто здесь? Тайнан. Ай, знакомая личность. Урклузац. И вот и на Дели. Подожди, а еще одна была... Там на В. Велен, не Велен, как ее там? Ну вот это вот отмороженная. Которая решила нашу Розалию покарать. Представляешь? До чего они докатились. Представляешь, до чего они докатились? Насколько они оборзели. Так, раз. А билку-то кто поет? Подожди, хорошо. Второй раз дали сходить, это хорошо. И сейчас еще, по идее, с... Да. Угу. А кто там? А я их не убиваю. Или убиваю. Чуть-чуть свои войска, так скажем, раздвину. Растяну. Смотри, здесь я на висталок. Ладно, пофиг. Пускай будет на висталок. И вперед выведу свою конницу, чтобы... Ну, если шар, то... Да, видишь, как бы... Ни хрена себе тут площадь, ёптать, просто... Ох, ё, прям вообще жесть. Ну, я не на это рассчитывал, конечно. Этот умер. Угу. И следующий, подожди, нет, здесь ждем. Сначала прохил, потом все остальное. Что-то эти псы даже не поняли, наверное, как они сдохли. Они, наверное, тупо даже этого не поняли. Блин, сейчас еще раз они... Нет, не поджарились. Слава тебе, господи. Хорошо, летите. Я говорю, вот видишь, как бы от магов одна головная боль. А головняк начинается, вообще просто писец. Вот эту касту уродов нужно быстрее уничтожать. Так, 6. Пойдет. Поехали сюда. Здесь, ну, мы как бы основную армию все-таки у них разбили. И у меня такое чувство, что, скорее всего, вот этот замок, который справа снизу был, там были основные войска, потому что они там реально были очень сильны. Ну, прям...
Реально очень. Так, раз. Следующий, кто там? 12 топовых существ, а мы их не пробьем. Даже с удачей мы их не пробьем. Это топчик просто. Ну, 8 снесли, конечно, но это... Так, а потом кто? Так, двоечка. Хорошо. Так, а может и добьем. Сейчас организуем. Сейчас... Удача, удача, удача. Ча-ча-ча. Что топ-5 пошло не так, как планировалось? Подожди, мы можем? Угу, можем хильнуть. Угу, типа. Типа да, но типа нет. Ой, сталки. Грифоны-то улетят, грифонам не достанется. Сейчас достанется, скорее всего, вот в этот сектор. А, даже так. То есть тут еще и цепной молнии кто-то попутно владеет, кроме всего прочего. Я думал, что у них тут как бы в основном огненная магия. Но видишь, как бы и в молнию немножко тоже кто-то чутарик решил вкачнуться. Так, хорошо. Но, странный, конечно, выбор. Я не перестаю этому... Подожди, а кого третьего? Ага. Арбалетчики что-то полегли. Чуток. Чуток умерло арбалетчиков. Ну ладно, хоть мы это успели. По арбалетчикам молния скакнула. Я думаю, кто четвертая цель-то, да? То есть всадники... Сияние, потом в этих ударило и туда дальше. Ну, а гвардейцы померли тупо, потому что пытались защитить наших арбалетчиков, понимаешь? В чем вся соль-то, да? Где здесь этот долбанный герой? Куда-то он сюда убегал. Или куда-то пытался сюда скрыться. Но нам в любом случае сейчас вот это вот захватить нужно будет. Что, перестраиваем или попозже? 12 кристаллов. Кристаллов не хватает. Подожди, а где у меня герой? Розалия, можно тебя воскресить? Сколько? 5200? 5200 это норм. 5200 это прям норм. А чё? В смысле? А войска? Или чё, они могут без войск скакать просто? А, 10 кристаллов, все. Подешевле стало. Подешевше. Ну, естественно, здесь цены еще более стали к нам лояльны. Поэтому мы еще давай половинчику там, так вот. Вот так вот, читарик, прям хорошо. Сладенько. Ёптыть, серьезно, одной руду. Не до это. Чуть-чуть не рассчитал. Но это еще один топовый замок должен быть. Может быть и нет, сейчас я посмотрю, я что-то не обратил внимания. Так, ну да, я знаю, что посередине сейчас откроется проход. Мы выполнили некие квестовые задания пророчества. Теперь нужно будет освободить принцессу Гвендолин. И мы получаем какой-то ништячок. Причем такой хороший ништячок. Здесь что? Нет, здесь он далеко не топовый. А нет, смотри. Вот это как тебе? Это хорошо. Сейчас вот это вот. Или посмотрим. Может быть, Антону придется вернуться сюда, быстренько телепортнуться. И, ну, в смысле, если вот враг сейчас вот в этот замок побежит. Или где-нибудь с другой стороны нападение будет. Нужно сейчас принцессу еще Гвендолин эту какую-то высвободить. Боже, сколько всего нужно делать, вы просто не представляете. А враги туда-сюда снуют, туда-сюда, туда-сюда. Мать ее. Просплодилось демонов, просто топчут наши земли. Че, кстати, у тебя Антон там с уровнем? Имеет смысл вот этих вот шпынять, да и вот этих вот по дороге. Нет, сначала... Ага, вот, вот ради этого я бы сюда завернул, кстати. Так, да, я вот это вот возьму. Это прям то, что мне как бы нужно. Это я прям то, чтобы хотеть. Магическая защита. Угу. Нужно что-то, нужно реально от огня найти. Там есть какая-то такая накидочка, которая нам позволяет...
хорошую защиту от магии огня иметь. С тем же Арибалом, когда мы пойдем сражаться, это мне очень сильно поможет. Кто-то там пробежал. В стену башкой куда-то воткнулся и доволен как бы. Сейчас нужно, кстати, ребяток своих выкупить. Давай вот так пролетим. Которые... Кто там, ангелы? Ну да. Которые погибли во время сражения. Так, и сюда вот. Залп один. Эх, жаль вы не вот здесь. Да и этого даже не потребовалось, обалдеть. Что-то крайние какие-то они жесткие стали. Так, 17. Давай. Да ж фигня. Так. И... окей. Не, ну я, как и говорил, уже скоро их начну шпынять направо и налево. Единственное, пока что я не смог преодолеть, это арену. Ну там прям реально очень много было... Очень дохрена было вражеских существ, этих элементалей, их там просто по 200 каждого, это реально очень сильная армия. Особенно вот эти элементали света, вот эти вот лучи, которые они раскидывают влево, право, вверх, вниз, там, во все стороны света. 16 тысяч опыта, неплохо, вот. Это реально жестко. Так, магическая защита подъехала. Сколько у нас ее уже... 23. Но, знаете ли, так вот копеечка по копеечке и, глядишь, все сложится в хорошую картину. Так, строим вот это раз. И до конца она еще должна будет успеть. Даже на пар... Май, блин, столько всяких дел. Вот эти кругами здесь бегают. Ну, это у меня, конечно, проходы почистить. Это я вам спасибо только, наверное, скажу. Ага. Вот это. Вот это, мудила, Венделла. Ну, привет, привет. Тебя-то я, собственно, и ждал. Угу. А там только форт останется. По идее, героев-то у них уже не будет. То есть они их никак не смогут. Никак они их не смогут. Так, а я... 3-4, блин. Сейчас она опять жахнет, да? Коза такая. Маги, эти маги, это еще то удовольствие. Так. Потом вот тебя. Попробую опять армию как-то раздробить, не знаю. Так, потом сюда. Блин, как ты не добежал? Идите. Куда? Цепной. Угу. Тут просто цепной прошелся. Ладненько. Типа пойдет. Что-то все оттуда поубежали, я... Но... Так, ну это тоже умирает. Подожди, давай стрелков тогда уж. Короче... Просто так у меня сейчас грифоны здесь пролетят. Ну да. Это было реально впустую. Так, кто один, да? 7 этих воскресим. Давай вот этих вот ребят поднимем. Жаль, у меня магии нету какой-нибудь такой эдакой. Какой-нибудь такой эдакой магии у меня нету, чтобы воскрешать. Я хочу слезу Асхи. Мне она так понравилась, то что в конце боя 33% существ у нас воскрешалось. То есть у нас было столько воскрешения, что просто... Мне это очень сильно нравилось, прям реально. Я надеюсь, вы сдохли, да? Ну.
пожалуйста, все умрите. Че это такое? Магическую силу и физическую силу. Эх, нифига себе, грибочки. Хо-хо-хо. Вообще, тут что только не растет. Какая только дичь здесь и не водится. Вот эту сейчас штуку забираем, и я надеюсь, что типа как бы все. Так-с, и сейчас Антоша срочно будет как-то наверх выбираться. Потому что да, потому что уже вот смотри. Причем хорошая армия прет. В общем, реально хорошая армия прет. Так, Антон. Твою мать, он никуда, ни туда, ни сюда не может, понимаешь? Подожди, а что если... Вот так вот сделать. То есть как бы... У меня появится интересное заклинание, и оно отсюда ли сработает? Ну смотри, позволяет вашим героям переноситься в ближайшие города с улучшенным городским порталом, затраты... Ну хотя ничего не сказано насчет того, что... мы не можем из подземелья телепортнуться. Насчет этого вообще ничего не сказано, поэтому, может быть, мы даже сможем как-то перенестись по-быстрому и развалить им кабины. Так, сейчас нужно будет выкупить войска, пока я не забыл. Мага нету, поэтому, знаешь, вообще пофиг, пускай он там одни эти гыгыри, да блин, грифоны, фениксы одни. Разбираются с вражеской армией. Ну или не только фениксы, там ладно уж, как повезет. Вот этим вот не повезло. Целых 3 урона. Угу. Ну типа да, типа круто. Так, раз. И два. Отлично. Еще по кому-нибудь сейчас жахнет. Ну давай сюда. Так. Ну ладно. А то я сейчас вот этих зажарю, и грифон такой опять такой. О, типа окей. Без это. Бесполезный пролет у него будет. Нам бесполезного как бы и не надо. Умри. Я всегда знал, что лечение убивает. Надо поменьше по докторам ходить, да? То мало ли. Второй раз я уже этот замок захватываю, а? Ну как замок? Форт. Да, если бы я знал, что здесь такое интересное расположение, я бы, конечно, сделал немножко по-другому. Но если бы декабы... А бы декабы... Опачки, уровень самое то. Годнота, годнота. Так, сразу, опа. Не забыть нахождение пути. Пригодится. И... Перестроить бы, или ладно, следующий ход перестроим, пока что не сильно это нужно. Давай, Антон, полетел. Отлично, будем уже их тут цеплять. Да. Это выкупить, это закрыть, это взять, это взять. Вообще их можно местами поменять, и что там у нас? Еще немножко серафимов. Ух, серафимов-то еще сколько здесь, ёпарасоте. Ну шо, ты где там? Мудак, кто-то там жадит. Жадит, я тебя покураю, но он успеет захватить форт Альянса, а я вот до него добежать не успею, представляешь? Казус-то какой. Так, здесь. Все хорошо, почти что. Ладно, следующий ход. Потом мы явно идем, походу, вниз. Куда ты бежишь? Форт, вот он.
Что-то даже не до конца доходил. Поражает меня иногда интеллект врага. Чуть-чуть не добегаю. А если вот так? Вот так должен, да. Ну, так сказать, на пасашок. Сейчас мы тебя слегонца уделаем, умудохаем, чернокнижник магия. И будем искать артефакт себе. От огненной магии, потому что она меня достала. Ибо сколько можно терпеть вот это вот все. Убьют, не убьют. А второй раз дадут походить? По-моему, нет. Да как она не сработала-то, эта долбанная била? Блинский, просто мисклик. Просто мисклик. Просто тупо сейчас был мисклик жесткий. Ну ладно, ждем. Ну и судя по всему, здесь как бы решили так вот делать, да? Ладно. Не больно-то и хотелось. Тупо мисклик. И вот сейчас она не походила из-за этого дополнительно. Представляешь, какой косяк. Сюда лети. Всех не убьет, да, или убьет? Нет, не всех. Но вот эти два отряда, считай, что трупы. По факту-то, да? Что там, десяточку? Нам десяточку как бы тоже ничего. Так, стрелки. Они еще не ходили. Это грифонов надо воскресить. Обязательно. Куда ты пошел? Кто тебя размешал перемещаться по полю боя? За это будете наказаны. Блин, ну... Хотел сказать, и копьем в жопу, но... Да, вот, смотри, грифоны улетели. И, блин, то сейчас проблема их похилять будет. Вот в чем обидка. Так, как эти существа умирают? Давай рассчитаем. Конница вот этот отряд убивает. Эти там, наверное, сдохнут от грифона. По идее, нам бы... Блин, надо грифонов как-то хилять. А как мы это можем сделать? Я даже ума не приложу. Надо было сначала похилять, а потом уже все остальное. Не, ну там грифоны, там нормально. Грифонов как-то нормально полегло у нас. 15 грифонов. Так, давай, короче, заново. Из-за этого тупого мисклика, все пошло не так. Все пошло немножечко не по плану. Еще раз. Лучезарное сияние. Значит, летят. Вот эта обилка прожалась. Вроде прожалась. И долбят вот этих вот уродов. Бам. Потому что они должны сдохнуть и дать нам еще один разочек сходить. Хорошо. Вот. После этого я хотел немножко стрелков покоцать. Смотри, десятку сразу... убила. Вот. Эти ждут. А это к того.
Опять грифон. Ладно, сначала тогда. Серафимы, значит, как обычно, сами себя. Потом врата из преисподней жарить пойдут. Все равно им делать ничего не остается другого интересного. Так, эти убивают там. Птица стоит, ждет. Потому что сейчас опять получится так, что мы их не сможем выхилить. Двое осталось, обалдеть. Так, стрелки. Ну, давай, наверное, сюда. Так, здесь врата добиваем. Хиляем грифонов. Сейчас, получается, всего лишь 5 существ погибло. Грифоны улетают, чтобы завалить эти два отряда. Здесь мы пробегаем насквозь. Так. Вот. Дальше. Получив обилочку последнего уровня, мы воскресим здесь еще пятеру. Либо здесь десятку, либо здесь пятеру. Так, наверное, будет на самом деле правильнее. Этих добиваем. Вот этих добиваем. Все. Вот видишь, как может буквально один неверный ход изменить результат боя. Мы потеряли на 15 грифонов меньше. Ну, а этих мы в замке выкупим. Это не проблема. А вот такие дела. Ну что ж, если понравилось, не забудь поставить лайк и подписаться на канал, если ты еще этого вдруг не сделал. Ну и поделись этим видео с друзьями. Это поможет в развитии канала. Я буду очень и очень благодарен. Всем спасибо. Всем пока-пока.